В ноябре Ford представит новую модификацию EcoSport под названием Active. Европейское подразделение компании Ford опубликовало тизер новой версии компактного EcoSport, который получит приставку Active. Премьера автомобиля состоится 6 ноября 2020 года. По предварительным данным, Ford EcoSport Active станет более подготовленным к езде по бездорожью по сравнению с другими вариантами модели. От них он будет отличаться перенастроенной подвеской с увеличенным дорожным просветом, пластиковой защитой нижней части кузова и другими колесами. EcoSport станет третьим автомобилем в линейке американского бренда, у которого есть модификация Active. На данный момент такая версия существует у моделей Focus и Fiesta. В марте 2019 года компания Ford официально заявила о том, что прекращает импорт и сборку в России легковых автомобилей. Модельный ряд марки был представлен машинами Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. При этом бренд не покинул российский рынок полностью, он сосредоточился на сервисном обслуживании легковых моделей и продажах легкого коммерческого транспорта.